Да ладно, знаем мы, как оказывать первую помощь. А знаете ли вы, мы сейчас и проверим. Это проект «Знаете ли вы?» Мы начинаем. Знаете ли вы, как вот правильно оказать первую помощь человеку, вот, допустим, если он тонул? Ну, для начала надо его достать. Вытащить его из воды. Вытаскиваем. Да. Кладем его на землю. На землю. Ну, он уже наглотался воды, он уже утонул. Да. Естественно, его надо откачивать будет. Как? И он так сразу такой включился. В первую очередь скорую, вот, а она есть, пока скорая едет, нужно оказать первую медицинскую помощь. Ну, нужно положить животом на колено, чтобы вода вышла, а потом уже перевернуть и сделать искусственное дыхание, да. Сразу, если он нахлебался, его перевернуть надо, чтобы вода пошла туда. Ну, открыть рот. Там, допустим, ничего нет, да. Язык, ну, достать, чтобы корень языка не западал. Рыбу достали. Достали рыбу. Отлично, водоросли достали. Если что-то есть, все вытащить, да, приподнять голову, по-моему. Пульс пощупали, да, вот здесь, да? Плюс один балл. Не, ну где-то там можно, тут можно, наверное, тут. Да, как будем мерить пульс? Ну, как-то за ухом там есть. Ну, что-то там, ну так себе. Может, вы вампир? Так есть пульс или нет? Нет. Нет? Вот сюда кладем. У себя можно пощупать, да, двумя. Дыхание проверим? Проверим. Как? Зеркало. Две монетки. Приложиться к груди. Телефон, любую поверхность, которая будет отражать, и приложить к носу, к рту. Если оно запотеет, значит, он дышит. Ага. Прислушались? Дышит, да. Дышит? Да. Качать и дуть надо? Качать и дуть. Не прямой массаж сердца. Да. Будем? Будем. Умеем? Нет. Ну вот у него грудная клетка, вот здесь она. И вот получается здесь. Прямо сюда, вот так вот кладем руки и прямо сильно всем телом. Вот, вот так. Сейчас вот, ешь, побежи. Двумя руками и... А, двумя руками, да. А куда давим? Куда давим? В какое место? В область сердца, по-моему. Сколько раз надо нажимать? Я думаю, наверное, 10-15. По-моему, два раза. Всего лишь? Ну да. Раз 30 ему, наверное, нажать. И а как правильно год... нажимать там пальцем или как? Или... Ну, лучше вот так вот. 30 ну, раз. У вас силы хватит. Да, 30 раз, чтобы будем считать. Раз, два, три, четыре. 18, 17, 19. 30 пульсions, et pas trop fort pour pas casser la cage thoracique. Et on appuie, mais on met quand même de la pression. Вот так вот ему делаем. Да. Где-то примерно, короче, 100 нажатий в минуту, такой темп. 27, 28, 29, 30. Что дальше? Надо взять, не стесняясь, приподнять голову и туда. Зажали нос, что дальше? Целуемся с ним. Так, а в него вдвать или из него? В него, конечно, на, держи, держи. Надо что, запрокинуть чуть-чуть голову, да? Окей, запрокинуть голову. Да нет, в другую сторону. Давай, il faut boucher le nez. Матом только не ругайтесь, хорошо? Дышит, дышит. Какая варная цацка. Сколько раз надо вдыхать? Тоже 3 секунды. Про сколько раз надо вдыхать? Два, может. Два раза, все правильно, супер. Самое главное, чтобы от вас не шел перегар. Сейчас поднимется, да? Поднялась, нет? Поднялась? Нет, не поднялась. Как мы сегодня выяснили, далеко не каждый знает, как правильно оказывать первую помощь, а ведь, возможно, именно от вас будет зависеть чья-либо жизнь. Это должен знать каждый. Ждем ваши комментарии под этим видео с интересующими вас темами, постараемся ответить в следующих выпусках. Ну, а сейчас мы с вами прощаемся, до следующего выпуска, пока!